Всем привет! На связи Опинини. Сегодня мы расскажем вам о разных технологиях укладки напольных покрытий. Первая технология – клеевая укладка. Этот метод подходит для таких напольных покрытий, как паркетная доска и винил. Клей наносится на поверхность пола специальным шпателем. Затем на него укладывается напольное покрытие. Для винила и паркетной доски используются свои специализированные клея. Этот способ обеспечивает прочное, надежное и долговечное соединение. Вторая технология – бесклеевая укладка или технология плавающего пола. Этот метод чаще всего применяется для укладки ламината, реже винила или паркетной доски на замках. Покрытие имеет специальную замковую систему, которая позволяет легко соединить планки между собой. Плавающие полы обязательно укладываются на подложку и требуют соблюдения определенных технических зазоров по периметру помещения. Это наиболее быстрый и экономичный способ укладки. Все работы и услуги, связанные с монтажом напольных покрытий, необходимо доверять проверенным подрядчикам. Ведь от качества укладки зависит то, как долго прослужит ваш идеальный пол.